Константин Качан – уроженец Гродненщины, однако большую часть времени живет и работает в столице нашей республики. Входит в состав члена Белорусского союза художников. Его полотна украшают выставки, которые проходят в Национальном художественном музее Беларуси, Министерстве культуры России, Третьяковской галерее, а также Музее современного изобразительного искусства в Минске. У частных ценителей коллекционеров Германии, Польши, Китая, США его шедевры также нашли своих поклонников. К сожалению, на выставке не присутствует сам автор. Но я вам хочу сказать, что художник очень важный, он именитый, он значимый. Мы планировали его приезд, мы хотели, чтобы увидели это его выставка как подарок городу Бресту в канун его юбилея. Вот. Но Константина Ивановича не будет, поэтому мы сами покажем, познакомим наших жителей города Бреста с его творчеством. Уже отзывы есть тех, кто видел выставку, что очень такая душевная, как бы трепетная, и нравится эта выставка. Приземленность, отсутствие манерности и пижонства. Константин Качан узнаваем и неповторим. В экспозиции около 60 работ, таких особенных и непохожих одна на другую, со своей изюминкой и историей. Талантливого художника можно только удивляться. Он мастерски передал в своих пейзажах белорусскую природу. Меня поразила эта выставка своим профессионализмом. Видно, что человек за многие годы художественного творчества наработал такую коллекцию. И виден рост художника. Я видела его некоторые ранние работы, и сейчас это выставка зрелого, замечательного художника. И очень прекрасно, что люди пишут нашу любимую родину, Беларусь. И окрестности своего любимого города Новогрудка. Работы впечатляющие, конечно. Очень много тепла от них исходит. Очень много доброты. И именно чувствуется наш белорусский колорит. Приятно, что человек видит то, что мы видим, но так тонко не замечаем. А у него отображена действительно истинная вот та природа, которая нас окружает. То, что мы вот смотрим и не замечаем, а у него как раз это ярко-ярко отображены эти моменты. Каждый пейзаж раскрывает самого автора, показывает его отношение, любовь к родному краю. Творчеством Константина Качана, художника и человека, я знаком более 30 лет. Впервые я увидел его работу в Минске. Не то на репродукции, не то во Дворце искусств. Называлась эта работа «Зимний вечер». Обычная сцена сельская. Женщина у амбара стоит, лошадка, полурастаявший снег, низкое небо над деревней. Но это такая пронзительная не тоска, а светлая грусть. Посмотрите его работы, и вам сразу станет ясно, что за это за человек. Любителям искусства на заметку. Выставка Константина Качана будет находиться в областном центре и радовать брещан до 7 апреля. А Гродно – следующий город, который насладится живописными произведениями.